тренер сборной БФУ Сергунов Илья Геннадьевич. Прокомментируйте сегодняшнюю игру. Соперник хотел больше победить, лучше играл, все по делу. Кого можете выделить из игроков команды за эти три дня? Могу выделить Данила Мальцева, новобранец нашей команды, хорошо выступил, сразу влился в коллектив, молодец. Могу сказать, что ветеранчик Кисеев, Сергей тоже сыграл почти без ошибок, весь турнир, к ним претензий нет. А как вам качество игры команды на турнире? Качество игры. В первые две игры намного лучше играли. Пытались создавать моменты через короткие передачи. Выходили неплохо с обороны. За счет коротких передач. Создавали моменты. Но во второй игре, в третьей игре мне что-то сил не хватило. Переход с живого на искусственного поля не вдался. Ребята молодые рассыпались и просто провалили последнюю игру. Ну, качество игры. Может, могло быть и лучше. Можно сказать, что из-за того, что Евгений Савин вчера не зарядил вам бутсы, вы не победили? Ну, бутс с собой не было, и шанс тоже не было, но надо было заряжать что-то другое. Спасибо. Спасибо вам.